сигнал получился неожиданно масштабным, может быть, самым представительным с точки зрения выхода петербургского искусства в большое выставочное пространство проектом. Он возник как будто бы сам собой, без всякого предварительного заказа. Кураторы и художники получили уникальную возможность освоить пространство бывшего советского конструкторского бюро. Это пространство оказалось тем уникальным местом, где можно было анимировать ушедшие в прошлое смыслы, дав им жизнь настоящую. Интрига этой выставки заключалась в том, что она фактически стала неким петербургским вызовом современности, поскольку очень часто петербургские художники рассматриваются чрезвычайно редуцированным, вырванным из контекста виде. Здесь же сам контекст, а это, собственно, фактура, напоминавшая огромную, забытую Богом коммунальную квартиру, давал силы художникам, которые в этой фактуре чувствуют себя своими. И отчасти этот проект был сайт-специфичным текстом об идентичности петербургского искусства, где есть тяготение к искренним формам проживания жизни, где есть любовь к низовой, трэшевой эстетике, где есть искусство простого действия, и где художники связаны между собой не по каким-то цеховым или стилистическим признакам, а по образу жизни. Так на этой выставке образовывались пары, тройки, цепочки поколений художников, которые все вместе создают вот это поле петербургского сообщества художественного, которое на данный момент является достаточно компактным. И несмотря на разницу задач, которые ставят перед собой художники, и методы работы, получилось очень цельное высказывание. Может быть, одно из главных составляющих этого проекта было то, что всех художников, занятых на сигнале, объединила работа со временем. Это выставка про то, как современность распоряжается временем, которое досталось ему в наследство от прошлого. Это время на сигнале ощущалось особенно остро, ведь 20 лет это конструкторское бюро простояло практически без внимания. И попадая туда, вы как будто бы включались в работу прошлого. Это время окружало вас со всех сторон, так что художникам иногда нужно было только выступить в качестве таких арбитров или режиссеров этого пространства. У этой выставки был очень внятный кураторский месседж. Он заключался в том, что петербургское сообщество является очень цельным и в высшей степени конкурентоспособным явлением. Здесь можно увидеть самые разные направления и формы работы с материалом. Это очень остроумные, подчас неожиданные художественные решения, где выставки и работы могут выдержать спокойно конкуренцию с любым
другим художественным продуктам, представленным в любой стране. То есть, с одной стороны, локальный контекст и очень мощная местная, укорененная в советском прошлом фактура, с другой, абсолютно современный и раскованный, ироничный язык современного искусства. На этой выставке, помимо свежесочиненных инсталляций, картин и видео, был ретро-раздел. Это группа «Новые тупые» и объединение, которое не имело тогда такого названия, но название, которое родилось в ходе работы над сигналом «Ретро-мутанты», очень удачно отражает ту эстетику, в которой эти художники работали. Каждый художник выбрал себе по комнатке, так что получился настоящий представительный музей. В каждой из них обыгрывался гений места. То есть это такой был, что называется, гиперлокал проект, образовывавший свою, каждый раз очень оригинальную, индивидуальную ауру. Попадая в пространство каждой из работ, вы как будто бы включались в таинственную жизнь произведения и могли с ним побыть наедине. Выставка путешествия продлилась больше месяца, и за это время она менялась. Какие-то художники доносили свои работы, очень много совсем молодых, только начинающих авторов включались в эту жизнь. Соединение двух временных пластов, уходящего или даже уже ушедшего советского времени, из которого родом ленинградский нонконформизм и ленинградское неофициальное искусство, и того сегодняшнего дня, в котором есть надежда на будущее и умение конвертировать это руинированное пространство в ценности, которые кажутся неоспоримыми, поскольку именно художники могут их артикулировать и давать им новые смыслы, это обнадеживает. Экспозиция получилась растянутой во времени. Она создала некий пространственно-временной срез очень важного для Петербурга времени искусства настоящего.